Снова здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики и зрители. Хочу отчитаться о вчерашнем видео о баке с мусором. И первым отреагировал буквально там сразу ночью еще вчера, да, Ерлан Кименов, аким Аулекольского района. Дал кому следует нагоняй, как я понял. Ну и, а может и не дал, в общем-то, но тем не менее, работа вот такая проведена, это уже с утра вот это вот сделали. Но хочу сказать, что команду-то дал, но вот выполнение, видите, как бы бак убрали и так далее, а место-то оставили, наверное, под мусор. Его бы, наверное, наоборот, снегом закидать, да? Вот, а так, в общем-то, боюсь, у нас не совсем поймут, тем более не все здесь убрано, но ладно. Посмотрим, как дальше будет. Хотя, честно говоря, мне это уже надоело. И уже после обеда еще несколько. На той неделе приходили две женщины, и после обеда на WhatsApp скинули просьбу, чтобы я обратил внимание. Я говорю, ну обращайтесь он к Акиму нашему, да, прежде всего, потом уже, если уж не будет реагировать, обратить внимание на то, что по улице Капкитаева. Там ведь у нас тротуары, понимаете, фирменные, то есть не какие-то стихийные и так далее. То есть тротуары, которые согласно сметы были заложены, их, в общем-то, по всей улице с обоих сторон, да. А они почему-то не чистятся. Вот смотрите, улицы чистят, а тротуары не чистят. И ну, там уже натоптали, конечно, но, тем не менее, пожилым людям довольно-таки проблематично в коих каких-то местах. Вот опять что-то надо, да? Почему, спрашивается? Опять-таки, наверное, этот тендер надо проводить так же, как и на улице. Если здесь все более как бы все понятно, то вот закрытием, открытием ворот на кладбище, там целые баталии, эпопея целая, знаете, там вот впервые люди даже 600 с чем-то видео, ни разу нигде ничего не писали, а тут, слушай, поднялись, считают, что надо наоборот, там специально открыли, чтоб снегом, чтоб потом не это, ну вот дома-то не открывает ворота, да, а там надо открыты, ну а как вот. А дерьмо убирать-то, если открыто, вот, лошадь, а? Нет? Никто не хочет, слушайте, вот. А вот считает, что должны быть ворота открыты. Я вот теперь уже на перепутье, видите? Могилки там как попало, знаете, вот сейчас вот. Порядка там нету, то есть через раз, через два, там есть, там нету, пустоты и так далее. Видите? А ведь люди были. Был Валерий Аралов, да? И вот пришлось ему плюнуть на все и отказаться от этого. Вот как-то так. Всем хочу спасибо сказать за поддержку. Наше дело правое. Всем пока-пока, берегите себя и до новых приятных видео.